Привет! Вы на канале Сухарики ТВ. Вчера вечером я забрала коробочку Gold Apple Box от Золотого Яблока. Давайте мы теперь откроем ее и посмотрим, что там внутри. Вот так выглядит сама коробочка. Она чуть меньше, чем предыдущие коробочки были. Она такого нежно-розового цвета. Здесь нарисована красивая бабочка, крылышко бабочки. 11-й выпуск Gold Apple Box был выпущен совместно с Денисом Карташовым. Вот, на брошюрке. И давайте теперь пойдем по списку и буду уже показывать, что здесь нам попалось. Хотя состав, конечно, открытый, одно средство было бонусом, и его даже нет в брошюрке. Мы сейчас увидим, что именно нам попалось. В общем, первое — это аромат от Пако Рабанны Олимпия. Такой маленькой миниатюрки. Здесь 6 мл. В общем, это не просто такая маленькая вот пшикалка, да, а вот, в общем, именно духи в миниатюре вот такие. Вот. Дальше нам попался, так, экспресс-маска для волос, питания и уход. Такая. В общем, это полноразмерный продукт. Достаточно большой. Сколько здесь миллилитров, кстати? 180 аж миллилитров. Дальше, лифтинг-крем для кожи вокруг глаз Bio Performance от Shiseido. Давайте мы откроем. Здесь 5 миллилитров. Маленькая миниатюрочка такая. Дальше в коробочке гранатовый крем-лифтинг для контура глаз от Weleda. Сейчас откроем, посмотрим. Я так понимаю, это полноразмерный продукт. Здесь 10 миллилитров. Ох, запечатали же его. Так. Угу. Хотя я не знаю, сколько в нем должно быть миллилитров. Он на самом деле маленький такой. Так, дальше цветочный аромат Crystal Royal Marina de Bourbon. Мне уже такой аромат попадался в коробочке 9. В общем, если честно, он мне не понравился. Я его так и не использовала. Ну, так выглядит. Покажу здесь на брошюрке, не буду открывать. Вот так. Здесь сколько миллилитров? Здесь 7,5 миллилитров. В общем, так же. Миниатюрка, но уже чуть побольше. Следующее — это увлажняющая стойкая губная помада от Clarins в оттенке 742 Jolly Roger, если правильно читаю. Сейчас откроем, покажу. Красивая золотая упаковочка. И сама помада в ярко-красном цвете. Сейчас посмотрим. Так. Такой оттенок. Дальше маскирующее средство, ну, в общем, консилер от Clinique. Это оттенок номер 4. С такой щеточкой, он с кисточкой. И вот само средство. Дальше в брошюрке у нас идет тушь для ресниц MAC. Это миниатюрка. Кстати, миниатюрка у меня уже такая была. Мне ее давали просто подарок при покупке в самом магазине MAC. Такая вот щеточка. Вполне неплохая тушь. Так что миниатюрка тоже пригодится. Ну и последнее средство, которого нет в брошюрке, это марки The Balm Hot Mama. Я, как понимаю, это бронзер. Здесь вот зеркальце такое. Все, коробочка пустая. Здесь осталась только стружка из бумаги, такого серого цвета. Коробочка стоила 990 рублей. Я считаю, что коробочка себя полностью оправдывает. Здесь достаточно много полноразмерных средств. Либо миниатюры, но в достаточно большом формате, потому что вот Клиник, допустим, практически... практически полноразмерный продукт. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии внизу под видео. Подписывайтесь на наш канал Сухарики ТВ. Всем пока-пока!